Всем привет! Сегодня рассмотрим, как скачать и установить программу PC Linux OS с рабочим столом Mate. Ну, вот, тут сразу видно, что Time Shift уже установлен, хорошая программулина, Mega Sync, облачное хранилище уже есть. Ну, все остальное уже по ходу дела. Здесь предлагается, значит, линки для скачивания из разных стран. Можно скачать все это дело по торренту. Вот на торрент, если нажать, пробежаться вниз, поискать, где у нас этот Mate располагается. Вот оно. И пойти на скачивание. Вот, загрузить торрент файл now. Ну вот мы сейчас его и будем загружать. Итак, загрузка закончилась. Посмотрим файлик. Вот здесь он у нас находится. Ну, 2 гигабайта там с небольшим. Проверим на виртуальной коробочке. Ну, дадим такой вот имечко, просто Mate. Linux. Ну и пойдем дальше. Здесь я делаю обычно вот ближе к крайним значениям зеленой линейки прогресса. Тут просто тупо совсем соглашаюсь. А теперь пойдем в тонкие настройки. В тонких настройках, значит, я выбираю процессоры. У меня их 4, поэтому я тут поставлю 2 процессора. А здесь я тоже вот несколько уйду от крайних значений. Дисплей, наоборот, приближусь к крайним значениям. Ну и носитель. Вот он. Давайте его поищем. Открыть файл. Вот PC Linux. Откроем его. Ну и давайте запустим, посмотрим. Это вот такая вот современная картиночка загрузки системы PC Linux. Могу сказать, что система очень хорошая, самообновляемая, пакеты RPM. И плюс она еще позволяет создавать копию или изообраз уже настроенной операционной системы.
ну, по типу System Bug'а. То есть эту копию можно будет выложить на кладовочку и поделиться с ней друзьями. Если на виртуальную коробочку система загрузилась, это означает о том, что, во-первых, мы скачали ее правильно. Собственно говоря, проверять уже контрольные суммы смысла не имеет. И что теперь ее можно будет записать на флешку. Ну, для этого вот у меня тут флешечка. Имеется. Вот на 4 гигабайта. Давайте сейчас посмотрим. Вот PC Linux у нас. Ну, поскольку у меня таблица разделов GPT, я ее и выставил GPT. Если у вас MBR, вставляйте MBR. Нажмем на старт. Окей. Ну и дождемся окончания установки системы. Итак, подходит к окончанию запись на флешку. И что я буду дальше делать? После записи на флешку я перезагружу компьютер. Поскольку на этой программе установлена, на этой операционной системе установлена программа Kazam, при помощи программы Kazam я попробую, значит, сделать разметку жесткого диска и установить PC Linux OS Mate на свой компьютер. У меня он, кстати, очень привередливый, потому что у меня SSD-диск MSATA 3. И на него ставятся не все системы. Так, система, которая работает или понимает в терминале команду sudo apt-get install, это в частности Ubuntu, там Debian, Mint, вообще на нее не ставится. Вернее, устанавливается-то устанавливается, но при запуске там, очевидно, отсутствует система триминга или еще чего-то, не знаю. Короче, моментально за пару минут переполняется содержимое диска корневого, и система полностью, так сказать, вылетает из-под контроля. Вот. Здесь, значит, я не знаю, ну, просто попробуем. Но вот арчики, что Arca Linux, что там Manjaro, они, значит, на этот диск устанавливаются легко и непринужденно и работают стабильно. Поэтому вот в данный момент сейчас у меня на моем, значит, диске, значит, стоит винда 10 и стоит Manjaro. Вот таким вот образом. Ну ладно, значит, следующее видео будет уже с флешки, где я расскажу, покажу, как я делаю разметку жесткого диска, вот, и его установку. Это вторая часть видео по установке PC Linux OS с рабочим столом Mate флешки на жесткий диск. Вот у меня на жестком диске имеется 200 гигабайт свободного пространства. Ну, давайте сделаем разметочку. Значит, вот здесь... Ну да, 50 гигабайт я дам. И 100 гигабайт я дам под Mate Home.
нажмем на кнопочку исполнения желаний. Итак, программа закончила разметку жесткого диска. Вот видно, что у нас она сейчас освежит данные. Вот на 7 и на 8 разделах жесткого диска у нас сделана разметка для операционной системы Linux OS. Даже вот Мэйти перепутал название. Не столь важно, ладно. Займемся теперь установкой. Вот кликнем в программе установщица. Нажмем на Next. Итак, у нас вот появляется такое сообщение, куда мы желаем ставить. Будем ставить вот сюда, по выбору. Потому что у нас тут уже две партиции задействованы. Вот это вот будет у нас вот так. Вот это вот у нас будет. Вот так. Ну и теперь нажмем на кнопочку Done. Сделано. Нажмем на Next. Next. Посмотрим, что получится. Я не указал загрузчик. Ну, может быть, он сам себя укажет. Ну, посмотрим. Не указал также swap, а я указал только корневой и домашние разделы. Посмотрим, что получится. Ну, вот появилось сообщение, что предлагает установить загрузчиком меню групп 2, EFI System Partition и 10 секунд задержка. Устраивает. Здесь вот предлагается вот такой вот вариант загрузки со сплашем, картинкой. Ну, ладно. Ну вот сообщение, что идет установка загрузчика. Вот этот вот Dragcliff Install, это чудесная программа, которая работает хорошо на Linux OS. Мы с ней еще разочек встретимся. Так, нажмите Finish, ля-ля тополя. Когда появится сообщение, значит, вытащите там флешку и перезагрузите компьютер.